Sonic Boom. Врага мощнее мы не видели. Похоже, наконец мы встретили равного. Не следовало сомневаться в удивительных умениях и невероятной силе стажера Дэйва. А теперь мой гнев обрушится на вас, как дождь. Болезненный дождь. Как когда идешь по улице, ничего не подозревая, и вдруг бам, дождь. А теперь готовьтесь встретить конец. Дэйв, умоляю о пощаде! Я беспощаден! Я же работаю в индустрии фастфуда! Привет! Что ты там делаешь? Ничего, мам! Будешь весь день в куклы играть? Или попробуешь стать настоящим злодеем? Это экшн-фигурки! Я и есть злодей! Помнишь? Я же член общества Молнии. Неудачники. Почему ты не похож на доктора Эггмана? Такой прекрасный, ужасный человек. Я тоже ужасен. Ты не знаешь, на что я способен и кем я стану. Не знаешь, я плохой. У меня есть такие дурные вещи, о которых ты не знаешь. Я буду злом, вот увидишь. Возможно, это пока наш самый коварный план. Да. Когда люди попытаются поднять приклеенные монеты, они будут ужасно разочарованы. Дэйв, ты как, с нами? Простите, но мама запрещает мне общаться с вами. Вы оказываете на меня недостаточно плохое влияние. Ой, четвертак. Подберу его, пока владелец не вернулся. Коварные планы, злодейские замыслы, все же есть. Пусть у меня пока нет суперсил, но, возможно, я смогу их скопировать. Когда я активирую морозильный луч, Соник с друзьями превратятся в лед навеки. Чудесный прохладный бриз. С помощью этого увеличительного стекла я обрету силу солнца, чтобы поджарить этих болванов. Класс! Да! О, ужас джунглей! Приказываю вам атаковать и уничтожить! Голодайте, голодайте, неся возмездие! Ух ты! Злодейство на 5+, парень! Ты ничему не научился, как мой стажер! В сторону, сынок, смотри на работу мастера! Насладись видом моей новейшей электроклетки, в которую я точно смогу поймать Соника и его друзей! О, как по-злодейски. Чтобы стать суперзлодеем, нужны суперзлодейские технологии. А у тебя что есть? Картонный шлем и скидка в Нямбургере? Неправда. Скидку дают только управляющим. Я устал от того, что меня никто не ценит. Что происходит? Где я? Ты в моем подземном логове. Похоже на обычный подвал. Я же сказал, что оно подземное. Тебе это с рук не сойдет. Арбат и Кью вот уже спешат мне на помощь. Тебе не кажется, что чего-то не хватает? Не знаю! Стой, знаю! Мои игрушки.
Надо расположиться поудобнее. Экстренное сообщение из мира злодейства. Многолетний сильный игрок доктор Эггман больше не самый ужасный злодей в городе. Мы получили шокирующее видео от неудачника, который всегда путает мой заказ в нямбургере. Доктора Эггмана заменил я, новый ужасающий король злодейства. Стажер Дэйв! Нет, постойте. Теперь я непобедимый Дэйв. Соник, теперь я твой новый главный враг. Я вызываю тебя на бой. Поди в страхе передо мной. Дэвид, иди наверх и примерь новую пижаму, как ты хотел, с машинками. Мама! Ты меня позоришь у всех на глазах. Здесь ежик Соник. Соник, что ты скажешь? Если честно, Сор, я рад, что Эггмана больше нет с нами. Ха, слышишь, Дэйв? Соник рад, что я больше не могу напасть на него! Я побеждаю! Я ведь в клетке. Что до Дэйва? Если честно, он не представляет угрозы. Разве что опасная его стрипня. Пищевые инфекции — это не смешно. А вот Дэйв уморительный. Тихо! Я покажу Сонику, как надо мной смеяться. Не, ты привыкнешь. Мне просто нужно немного силы, и я знаю, где ее взять. Даже не думай заявиться ко мне в логово за моей злодейской технологией. Вообще, я собирался сходить в тренажерный зал, но украсть твои технологии — это план получше. Почему я не уважал Дэйва? Почему? Возмездие будет... Ну давай, дурацкая штука, поворачивай! Возмездие! Кажется, он думает, что возмездие будет чем-то, но я не уверен, чем. На это тяжело смотреть. Соник, нужно это прекратить! Я займусь! А вы не дайте Дэйву попасть в беду или причинить вред кому-то. А я героически помчусь за помощью. Неудивительно, что Соник ненавидит ловушки. Так неприятно. В следующий раз, проектируя ловушку, я оставлю в ней журналы, прохладительные напитки и настольные игры, чтобы пленник понимал, как его ценят. Эггман, Дэйв бесчинствует в городке с твоим осьмиботом. Он же не использует чернила. Они стоят целое состояние. Я разорюсь. Обсудим, когда я тебя спасу. Спасешь? О, нет! Меня не может спасти мой главный враг! Друзья меня засмеют! Друзья? У меня есть друзья! Я не обязан тебе это доказывать! Может быть, ты просто уйдешь со мной? Я и сам могу отсюда уйти, спасибо! Что там происходит? Ничего, миссис Мама Дэйва! Это все ты виноват! Ты ведешь себя совсем как маленький ребенок! Я не ребенок! Не заставляйте меня спускаться! О, нет, она идет! Ладно, выпусти меня. Контроллер вон там. Только не говори никому, что спас меня. Народ, я спас Эггмана. Просил же тебя! Как нам выключить эту штуку? Так я и рассказал тебе, как выключать моего робота. Ты только не поцарапай полировку! Я эхинокофой! Это же щупальца! Эггман, как он выключается? Нет, ничего я не скажу! Да ладно! Если тратишь чернила, хотя бы попадай! Да я разорюсь! А ты купи нелицензионные чернила. А может, сразу смыть деньги в унитаз? Такие чернила не работают! Ладно, я помогу с выключением. Между верхним и нижним клювом есть переключатель. Это где? На ходовой части, у сифонов. Ты что, в восьмиботах не разбираешься? Я не подпущу тебя к моим сифонам. Ой, ой! Наконец-то мама будет мной гордиться, ведь я уничтожу ежика Соника. Запечатлю-ка я это мгновение для потомков. А,
Он развернул зеркала и изменил все настройки. О, нет, копилка пустая, а там были деньги. Вытащите меня отсюда. Мамуля. Дэвид, это ты разрушил мой дом. А, да, мама. Ты сделал ужасную вещь. Я так тобой горжусь. Так я не неудачник. Нет, ты злодей. Думаю, дело сделано. Идем, народ. Пора домой. Эй, четвертак! Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть».